Здравствуйте, с вами магазин Автоток. Сегодня у нас на обзоре универсальная магнитола для Toyota с размерами 200 на 100. Магнитолка на андроиде. На данный момент здесь установлена система Android 4.4.4. Основное меню у нас вот в таком виде. То есть здесь у нас очень удобный проигрыватель сразу на рабочем столе, можно слушать, то есть музыку, переключать треки, переключаться на FM, AM частоты. Магнитолка очень с хорошим переводом, то есть можете заметить, очень все качественно написано, поддерживает навигацию, то есть интернет, вот браузер у нас установлен уже, Google, можно пользоваться интернетом. Радио у нас вот в таком виде, то есть здесь у нас волны все, переключаемся в FM, AM, эквалайзера сразу на строчке, то есть очень хороший здесь эквалайзер. Также имеется возможность настройки OBD адаптера, вот даже специальный виджет уже есть на рабочем столе. Можно закачивать приложения, файлы, голосовой поиск поддерживается. Bluetooth Hands-Free, свободные руки. И также у нас возможна поддержка кнопок на руле штатных. То есть магнитолка выполнена очень качественно. Все кнопочки работают. Вот у нас тут на рабочем столе навигация, Bluetooth, радио. То есть здесь у нас вот система Android получается. А навигация не установлена. Еще. Все кнопки вот очень быстро включаются, выключаются. Быстренько все реагирует. Вот Bluetooth мы зашли. То есть очень хорошая качественная магнитола. При своей цене в 9000 очень хороший вариант для вашего автомобиля. Заказывайте у нас на сайтах автоток.net, автоток.com. Всего доброго. Спасибо.